Здравствуйте, мои дорогие друзья. Задавали ли вы вопрос себе, кто вы? Кем вы на самом деле являетесь? И знаете, это не тело. Не тело, не ваша социальная личность. Вы являетесь именно великолепной светящейся душой. Тело всего лишь инструмент для получения вами опыта в этом мире, для повышения вами вашей бытийной массы. А душа ваша, поверьте, видела и знает очень многое. И пришла в этот мир для получения опыта, как негативного, так и позитивного. Осознайте, дорогие друзья, счастья и радости вам. Всех уважаю и очень.